Всем привет, дорогие зрители. Приехал я на субботний рынок в районе Махмутлар. Сегодня 7 мая. Хочу показать вам цены на рынке. И как раз увидите фрукты, овощи, кто не видел. Так. Шелковица. Пакет 110 лир. 5 лир штука брокколи. Белая капуста, как там название, забыл. 10 лир. Молоко 15 лир, 1,5 литра. Орехи, сухофрукты, фемы. И сельские яйца, 1,65 лир, куруш. Фисташки 220, орехи 190, 180 еще есть фисташки. Помидоры 8 лир. Болгарский перец 10 лир. Апельсины 5 лир. Груши. Хорошие помидорки вот такие крупные, розовые, да, гюльпембе, 25 лир. Картошки свежие 15 лир. Эти, наверное, 10. Те 15. Огурцы 5 лир килограмм. Органик. Баклажаны 4 лиры маленькие. Это вот верхняя часть субботнего рынка, вот где вот этот торговый центр между ними. Кстати, этот торговый центр через 2-3 года достроят. Сегодня пришла мне информация про нее. И кажется, будет в Махмутларе торговый большой центр, как Аланиум. Мушмула 110 лир. Клубника здесь 20 лир. Дыня 25. Киви 25. Карпус не кадаралы. Килограмм 15 лир арбуз. Не 60 лир. Песик 40 лир. Зелень по 3 лир у нас. Хорошо. Здравствуйте. Как поживаем? Нормально. Груши. Яблоки 10 лир. Здесь дыня уже 20 лир. Одна штука, не килограмм. Зелень. Помидоры большие 18 лир. Кабак 4 лиры. Сейчас время съемки. Так, 17:20, если видно. А лимона 4 лиры килограмм. Алча 25 лир. Эрик килограмм 25 лир. Ардон. Банана 18 лир. Авокадо 15, уже 13. У меня, как говорится, ревизия на рынке каждую неделю. Стараюсь вам тоже показать. 8 лир баклажан у этой бабушки.
это сливочное масло натуральное. Некадар олер тереян? 90? 90 лет, килограмм. Один 75. Good morning. Morning, morning. Good evening, old guy. Morning, gitti. Olmalık, ver 10 lira. Сейчас я пройдусь прямо в центр рынка. Там молочную продукцию продают. Клубника 15. Народа много. Картошки 10. Лук 6 лир. 9. Банана 18. 13 лир уже клубника у них. Merhaba. Instagram'da reklam. YouTube. Aynen. Dolar poşetine 8 liraya abi. Poşet 8 liraya abi. 25 lira nas fasulye. Ben annem nerede? Burada. Nerede? Сложно передвижение, народу много. Эрик. Апельсин. Очень сладкий арбуз, не кадар? Арбуз кило 15. 15 лир, очень сладкий арбуз. А, цены плюс-минус почти одинаково, 2-3 лира меняется. Ай, аяклар гитти, абла. 25 лир. Чили, мили. Очень сладкий клубника, пойду кушать. Золотой клубника, покупай. Покупаем. 13 помидор, 17 банан. Также за 10 лир есть бананы. О! Лезетли, это очень вкусно означает. Органик салком. Фиат не де салком? 20 лир стоит. 23 маленькие черри.
9 левее. Опа. Так, молоко продают. Ну, я думаю, что это достаточно. Потому что плюс-минус цены одинаковые. Gözleme ne kadar abla? 15 lira. Bunlar 25 lira kasarlar. Biz de gittik. 15 lira stoit. Зелени и сыра, вот такой гёзлеме. А остальное 20 лир, это плавленый сыр там. Вот. Кушать. Так, я выйду с этой стороны, там много было народу. Один минут ролик хватает. В той стороне у нас башня часов и пляж. Пойду-ка я на пляж выпью чашку, стаканчик чая или чашку чая. Пойду отдых. Всем пока-пока, дорогие зрители.